У меня маленькая фирма по реставрации. Власти уже год обещают мне 160 тысяч евро. Вы знаете, как я плачу зарплату? Бабушкиной пенсией. Клаудия, это бабушка. Говорит, что умирает. Ты не можешь отказаться от пенсии. Так нельзя. Все можно. Так не поместится. Всего на пару месяцев, бабушка. О, Господи! Налоговая полиция, вы арестованы. У него никакой личной жизни? Он романтик, мечтает о любви. Клаудия Мария Лузи. Там что-то не так с бабушкиной пенсией. Чем обязана? Небольшая налоговая проверка. Что вы делаете? Проверяю. Нет! Это не расследование. Я ему нравлюсь. Он за мной ухаживает. Чек, пожалуйста. А что это? Ты схватил меня за грудь. Да, мне показалось, что это уместно в данной ситуации. Что-то я не понимаю. Он влюбился в тебя с одного поцелуя. Что я сделала не так? Ты заморозила бабушку, милая. А у тебя есть скелет в шкафу? Скелет? Не знаю даже, куда его спрятать. Надо размораживать. Мы ее опять заморозили, рыбу. А где старуха? Спрячь бабушку в холодильнике. Девчонки, можно впустить сотрудника налоговой полиции? Да. Здравствуйте. И правда, бабуля. Сеньора, как там в Кьянчано?